Нарезать капусту не крупно и переложить в миску. Морковь и стручковый перец также нарезать не крупно и положить в миску. Зубчики чеснока разрезать вдоль пополам и положить в миску к овощам. Далее очищенную свеклу нарезать небольшими ломтиками и добавить к нарезанным овощам. Прибавить лавровый лист, нарубленную зелень и перец горошком. Капусту перемешать и отставить на 3 дня под пресс в теплое место. Время от времени перемешивать. Для приготовления этого блюда нам понадобилось 2 кг капусты белокочанной, 4-5 морковок, 1 стручковый перец, 3 свеклы, пол пучка зелени, кинза и петрушка. Для маринада 150 мл уксуса, 100 г сахара, 3-4 столовые ложки грузинской соли, 3-4 зубчика чеснока, лавровый лист и пол чайной ложечки перца горошком.